снова здравствуйте, дамы и господа. У нас возник вопрос. Мы сейчас проходим скрутку шеи. Ну, в данном случае лежа, да, можно стоя, сидя делать. Вопрос, можно ли навредить таким способом, да? Да, вот вопрос, как? Собственно, о том, что может ли неподготовленный и неопытный специалист путем скрутки и вправления шеи нанести фатальную травму человеку, как показывают в боевике, то есть свернуть, убить или нанести существенный вред. Убить и существенный вред — это два разных понятия. Микротравму нанести, честно вам признаюсь, можно, но это даже и это сложно сделать. Гораздо проще, как я обычно говорю, причинить пользу, чем нанести вред. Чтобы навредить, это надо прямо вот что-то жестко совсем сделать, совсем не так. А все, что мы тут делаем, да, вот под таким углом, во-первых, это все идет на растяжение, да, там под 45 углом, вот мы вот так вот делаем, да. Это же микродвижение, по сути. Причем на растяжение оно безопасно. А насколько идет движение, вот посмотрите, я вам уже показывал, да, фасеточные суставы, вот тут идет хруст, да. То же самое атлантооцепитальное сочленение с черепом, да. Там расстояние всего 2-3 миллиметра. Там вы ничего навредить не можете. Все движение это вот 2-3 миллиметра, вся правка идет. Чтобы навредить, это надо вот прямо, ну как в фильмах обычно показывают, да, и то во многих показывают неправильно. Смотрел фильм, вот недавно сериал российский, там они просто, вот просто прижимают к себе голову так вот, и человек как бы умирает, да. Ну это фантастика. С другой стороны, оторвать шею руками, это тоже очень сложно, все-таки это позвонки, они толстые, крепления тут и мышечная масса тоже мощная. Это тоже очень сложно, если в фильмах это делается легко, то в жизни это чрезвычайно сложно. Это надо голову схватить и вот так вот прямо открутить ее, чтобы порвать все связки, да, и позвонок сместить, да, и спинной мозг, чтобы он там разорвался. Это надо очень резкое, рвущее движение сделать. Мы же такого вообще, в принципе, даже близко не делаем. Мы делаем вот так, вот такие мягкие же движения на самом деле. Есть страх у людей, да, из-за этих фильмов, но по сути фильм — это же все-таки выдумка, не так-то это все просто сделать. Даже когда человек вешается, понимаете, вот он повесился, говорят, отсоединились позвонки, да, это тоже в редких случаях бывает, человек еще висит, живой, еще может там полчаса провисеть, да, пока эти позвонки вот отсоединятся, он больше, чаще человек умирает от удушья, сонная артерия пережимается. То есть даже при повышении они не рассоединяются, понимаете? Это не так-то все просто сделать. Была у меня одна девушка, писала мне там, может специально, я не знаю, из Краснодара. А вы можете научить меня скручивать шею? Я ей говорю, нет, я не скручиваю шею, я, понимаете, я врач, я лечу людей, это не скрутка. Она говорит, ну, вывернуть можете шею? Я говорю, нет, я этим не занимаюсь. И вот она целый месяц меня доставала такими вопросами. Я не понимаю, почему. В итоге она говорит, прислала мне фотографию девушки какой-то, худенькая такая, длинная шея у нее. Вот так она сидит там, ногу на ногу. А вот ей же можно свернуть шею? Я говорю, я не сворачиваю, ну научите меня. Вот, наверное, провокатор какой-то был, в интернете таких полно. Так, в итоге потом она отписалась, конечно, от меня. То есть это не сворачивание шеи, еще раз повторяю, да, все, что мы делаем, это лежа там или сидя, вот такое движение, коротенькое. То есть оно, по сути, безопасное. Единственное, что может навредить, это, да, вот вы правильно заметили, микронадрывы могут быть связок, сухожилий, мышц. Но микронадрывы, они, как правило, проходят самостоятельно. Там, допустим, ну, если человек зажался, да, его это не предусмотрели, через силу дернули, да. Да, это наша ошибка, мы не расслабили, не разогрели мышцы человека, да? Поэтому обязательно на разогреве, на расслаблении, под полным нашим контролем, когда все свободно шатается, он не напрягается, только после этого мы вот такой поворотик делаем. Не рвем, то есть мы не рвем, есть же разница, вы же чувствуете руками, да? Если вы рвете, то он напряжен, да? Не ждите этого момента, ждите момента, когда он расслаблен. Вот, любонечко касается, качается, да, расшатано все, вот тогда это можно сделать. Легкий поворот. Даже когда мы атлант правим, да, вот в бок, вот все движение, все вот такое движение. Всего-то. 2-3 миллиметра, еще раз повторяю. Это не на сантиметр, не на 3 сантиметра голова сдвигается, понимаете? Так что, вот ты говоришь, у тебя там военный, да, который опасался этого движения, потому что он сам скручивал шею. Да. Да.
Ну вот надо было просто у него поконкретнее спросить, как он это производил, потому что ну, явно там не то же самое движение было, совсем не то же самое. Но у него внутренний страх, да. Ну, внутренний страх, да, был. У многих, да, такие фильмов насмотрится. Вот, и как ему тот мастер поправил? Он его отвлек. Да, отвлек, да, разговорами отвлек, там, на другую точку, там, иногда тут бывает, я тоже точку какую-нибудь нажму, болевую, он такой, ай-ай-ай. Я говорю, вот, плечо теперь расслабилось. Хотя это совершенно не относится к Атланту, например, да. Он просто внимание отсюда переключил сюда, и я в этот момент его раз и скрутил. Вот, чтобы не было вот этих долгих мучительных напряжений, вот мы ищем вот это все, ищем, ищем, ищем. Сейчас мы тренируемся, понятно, долго, да? По 10 минут с одной стороны только работаем. Фактически там работа идет 30 секунд на самом деле, а то и 15 секунд, понимаете? То есть человек не успевает ничего, не среагировать, не напрячься, не порвать ничего не успеваемого. Все на самом деле просто, еще раз повторяю, гораздо проще помочь человеку, чем навредить. Мы же не изверги, правильно? Ну, друзья, если вы не подписались на наш канал, то лучше хотя бы поставьте лайки. Вверху нажмите колокольчик, да, чтобы новые полезные видео получать. Олег Лавгудин вас еще и не такому научит. До новых встреч, друзья.